все время, пока мы рядом, рысенок рычит. Он видел людей лишь однажды, когда его вытаскивали из капкана. И на всякий случай никому не доверяет, даже ветеринару. Осмотр был, беглый, но с обнадеживающими результатами. Перелома нет, малыш отделался ушибом. Проблема в другом, он не умеет охотиться. Мы ушли все, оставили его одного, думали, что может он на нас рычит, а не на перепелку. Вернулись часа через 2-3. Перепелка как ходила по клеточке, так и стал ходить. Но все-таки охотничьи инстинкты взяли свое, и на следующее утро перепелочки не было. Вся надежда на здоровые инстинкты и специальную программу реабилитации. Однако для того, чтобы краснокнижное животное, формально принадлежащее государству, приняло в ней участие, нужно договориться с областным комитетом по природопользованию. Вероятность успешного освобождения довольно высока. На постоянное место жительства в Карельскую тайгу регулярно вывозят медведей. Только в этом году 5 героев наших сюжетов. Правда, 2 из медвежьего десанта в конце лета были пойманы и выставлены на продажу местными жителями. Но биологи освободили малышей и вновь отправили их в лес. И вот последние новости из Карелии. Все медвежата успешно залегли в спячку. Память у них сотрется все-таки. У них произойдет какая-то перезагрузка вот в дикой природе. Они поймут, что они должны заботиться сами о себе, без помощи людей. А кто не намерен отказываться от помощи людей, так это медведь Потапыч, знаменитый дачник из Алапуской, который однажды решил перезимовать на садовом участке, где и был обнаружен людьми. Больше он не ложится на зиму. Действительно, зачем? Ведь его и тут неплохо кормят. Юлия Васильева, Александр Лучкин, Ольга Потапенко, Вести Петербург, из Ленинградской области.